начала заниматься футболом и скрипкой. До этого я увлекалась другими видами спорта. И, ну, на самом деле, ощущение, конечно, когда ты стоишь на поле, когда... Ощущение, конечно, когда ты стоишь на поле, там, когда нужно бороться за команду, нужно бороться за мячик, адреналин бешеный, волнение бешеное на протяжении всей игры. Конечно, мы готовились вот к этому достаточно долгое время перед выходом, но почему-то все равно вроде бы ты знаешь, что тебе делать, а на поле ты забываешь, на самом деле мысли вылетают. Конечно, мы сейчас проиграли, очень жаль, но я думаю, что в дальнейшем все будет круче. Анастасия, с вашего позволения, а как вы попали именно в эту команду, именно команду Московского комсомольца? И мнение о газете, мнение об издании в целом? Вот, в принципе, Московский комсомолец я читаю, я сама сейчас на данный момент учусь на журналиста, и поэтому, как бы, когда я пришла, когда меня пригласили, появилась возможность выбора команды, то, конечно же, я выбрала Московский комсомолец, поскольку это, ну, наверное, одно из самых лучших и популярных изданий. И как бы, ну, поэтому мой выбор был очевиден изначально, так как я журналист по профессии. Ну, прекрасно. Тогда позвольте пожелать вам всяческих удач в вашем профессиональном поприще. И может быть, я говорю в камеру, говорю вам лично, дойдет до маленького фильма о вашей команде. Может быть. Хорошо. Я, по крайней мере, веду переговоры об этом с редакцией. Большое спасибо.